Ты, наверное, думаешь, что ты тут забыл, да? Да, 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 это я, Кент АПК. А ты забыл поставить лайк и подписаться на мой канал, потому что прямо сегодня будет видео по игре Black Strike. Ну что же, поехали! Всем привет, ребята, Кент АПК на проводе, и сегодня ваш Кент АПК вам расскажет, что же планируют добавить разработчики в будущих обновлениях. Ребята, это не кликбейт, это не концепты, это самое настоящее обновление, которое планируют добавить разработчики, потому что всю эту инфу я взял у них со стрима. И, ребята, самое интересное, что будет сегодня, добавят ли новый нож. Так что смотрите данное видео до конца, и в конце вы, ребята, узнаете ответ на данный вопрос. И, ребята, самое главное, что планирую добавить в будущем обновлении, это, ребята, переход движка на новую версию 5.0, потому что раньше была версия 4.7. Если вы, ребят, не понимаете, что это за движок, что и как, я вам расскажу просто вкратце. Black Strike переходит на новый уровень, там, где будет новая графика, новые возможности и много разных новых ништяков. Так что, ребята, я думаю, что это круто, и вы можете за это поставить большой лайк прямо сейчас и прямо в эту секунду. Также, ребята, там будет много разных новых плагинов, это означает, что, ребята, добавят новые режимы. И, наконец-то, ребята, добавят режим под названием Prop Hunt. Блин, ну это, ребята, будет круто. Вот за это вы тоже просто обязаны поставить лайк, потому что, ребята, Prop Hunt нам все обещает. Уже Рум сказал, что уже почти доделал, но почему-то его не добавляют. Ну а также, ребята, графика станет более приемлемой, пропадут пересветы, да и вообще графика станет гораздо круче. Ну и будет гораздо больше разных возможностей. Планирую добавить новое оружие под названием мачете. Да-да, ребят, вам не послышалось, добавят настоящую мачете. Я считаю, что это будет круто и внесет небольшое разнообразие в игру. Также, как обычно, игроки спрашивают, а будет ли трейд? Будет ли трейд когда-либо в Black Strike? Но, ребята, Рум на это ответил однозначно нет. Трейда никогда не будет по причине того, что трейд просто разрушит экономику игры. Также в будущем обновлении планируют улучшить анимацию передвижения игрока. И прямо сейчас вы узнаете, добавят ли новый секретный нож или нет. И что это за нож? Но, ребята, перед этим небольшой и очень приятный конкурс на 1000 БС голды. Что вам необходимо сделать? Вам, ребят, необходимо, во-первых, поставить лайк, во-вторых, вам необходимо подписаться на мой канал, и в-третьих, ребята, вы должны написать комментарий, и в этом комментарии ваш ник и ваш ВК. Ну и какой-то хороший комментарий, типа «Кент, ты топ» и тому подобное. И, в принципе, ребята, это все. Ну что же, прямо сейчас вы узнаете, добавят ли новый нож или нет. И новый секретный нож будет называться Тейлор. И, конечно, вам всем интересно, откуда у меня такая инфа. А данную инфу сказал сам Раум. И он, ребята, сказал, что они, возможно, его добавят. То есть это, ребята, не 100%, но он, по крайней мере, задумался об этом. Как же он выглядит? Ребята, вы только взгляните. По сути, это обычный керамбит, только у него закругленный конец. Не знаю, как по вам, но как по мне, это было бы что-то новенькое, и, в принципе, это было бы даже прикольно. Так что, ребята, кто хочет новый нож, пожалуйста, поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. И самое главное, ребята, лайк, подписка и ваш ник, и тогда, возможно, вы получите 1000 БС коинов. Ну что же, всем удачи, и, ребята, всем-всем пока. Пишите, пожалуйста, ваше мнение по поводу нового ножа в комментариях.